Но очевидно, что собирается он попытаться поймать. Вот сейчас мы видели навстречу. Какой тейкдаун и обрушивает град ударов на соперника Виталий. Видим, что болтает его слегка. Постепенно приходит в себя через еще руку. Один удар через руку. Продолжает свою атаку и слева, и справа наносит удары. Виталий, еще одна серия атак. Напряжение нарастает. Супермен панч в исполнении Виталия. Попадание хорошее сейчас от Минакова, но может все решить и все перевернуть в том числе. Очередной стык, нет перевода. Целая серия ударов от Виталия, продолжает он идти вперед. Включился вновь в очередную комбинацию Виталий Минаков. В борьбе, скорее всего, у Минакова будет серьезное преимущество. Правый прямой, точно в цель. Да, почувствовал его бразилец, потрогал нос. Точно есть. В цель, есть перевод. На контратаке сейчас поймал Виталий соперника. Посмотрим еще раз этот эпизод, поймал отток и затем просто... Здесь посыпались удар уже просто как из рога изобилия. Еще раз посмотрим, как это было. Здесь остался перевод и этот удар уже заставил серьезно за техническому нокауту. Специальный приз от компании «Индиго» победителю Виталию Минакову от Константина Едимова. Стоя в сон, пожалуйста, group photo play. And your winner by technical knockout, Vitali!